Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Наверное, кто следит вот за этой движухой, это Affin Trade Center. Я записывать видео обещал, я их это и делаю. Итак, что у меня тут случилось, какие новости? Сейчас мы можем перейти в кабинет и посмотреть, что на бонусном балансе у меня $50 1 цент. Что это значит? Это значит только одно, что я могу купить, уже активировать вот этого робота. Но учтите, прибыль начисляется только по рабочим дням. Суббота-воскресенье прибыль начисляется именно только за то, что тут компания уходит прибыль. Суббота-воскресенье. Вот за счет этого это все и работает. Могу показать моих роботов. Роботов у меня уже на $450. Роботы тоже выдаются за регистрацию, за активацию людей. То есть человек, если активируется, бесплатно заходит, активируется, проходит верификацию, соответственно, он получает робота за $100. Вот мой робот за $100, он скоро доработает, 21 числа, буквально осталось пару дней, он уже отключится. Ну, у меня есть реальные роботы, которые тоже будут прибыль приносить. И завтра я буду снимать видео, как я буду подключать вот этого робота. Робота даже не завтра, а сегодня вечером. Сегодня 17 число. Получается так, что я буду снимать, как я буду активировать этого робота и как этот робот мне начнет приносить прибыль именно в деньгах, которые можно будет вывести к себе на кошелек. Еще помимо этого, здесь бонус платят $3 за такое видео. На этом пока заканчиваю. Всем привет!